Всем привет, друзья! Всем привет! Добро пожаловать в мой канал. Это Уреша сын. Сегодня хорошо день. Сегодня солнце, вообще жара. Анталия горит. Вообще очень жарко. Я хотел сначала видео это вам показать. Сегодня у меня дочь день рождения. Как вы знаете, предыдущее видео это вы видели. Я купил этот стульчик. Я поехал, забрал через этот карго. Вот, сейчас это вам тоже покажу. Надеюсь, этот я смогу собираться. Ну, я могу, это, конечно, вы тоже знаете меня. Как так? Это всегда. Могу это все делать, короче. Да. Я перенесли сюда. Я забрал карго. Это дома, эта машина положила это все. Я не могу писать видео, а сейчас вам покажу. Вот здесь. Вот тут так большое. Надеюсь, этот не сломано, ничего. Сейчас это я буду дома этот забрать. И буду починить. Ну, это собираться, короче. Не починить, собираться буду. И вам тоже покажу. Надеюсь, этот все хорошо буду делать. Это как раз сегодня у нас гости тоже будет вечером. Они тоже будут сидеть. Вот это в стуле. Красиво. Я купил этот вот это стуле этот. Где тарантул я купил. Там этот 4000 лир или что там я так купил. И прошлой неделе это я заказал. И сейчас пришли этот понедельник, ну неделя этот. Сказали они 2 дня это они даст карго. Они дал следующий день. И этот меня пришли, это только сегодня. Ну я сделал, ну это я брал. Все, сейчас пойдем дома. И дома буду... Ну, быстро буду этот готовить и посмотрим, как будет. Надеюсь, будет все хорошо. Уже дома это я забрал. Так, у нас старый вот это. Сломали они уже 3 года. Ну, мы хотели этот новый купить. Ну, купили этот. Как вам сказал, это трентел мы купили. Там этот стоит, это, как сказать, 3000 лир, 3,5-4000 лир, что-то так. Это очень дешево. Да. Ну, это хорошее. Сейчас это буду открывать, сейчас погодите сразу. Они собраны уже как-то, да? Нет. Вообще не собраны. Аккуратно, потому что я там лезет на небу кумаш. Ткань. Ткань. Ну, они это так сделают, но это хорошо, конечно. Пыт-пыт. Как назвать вот это, конечно? Пупырка. Как? Пупырка. Пупырка. Там сделали, конечно, хорошо. Но только этот мы ждали этот недели почти. Слава богу, в последний день пришло. Вы думали, этот через 2-3 дня это придет? Ну, нормально еще. Вот так. А цвет такой же или потемнее? Ну, почти то же самое. Потемнее, хорошо, что потемнее. Да, ой, слушай, это прикольное. Материал как будто другой. Может, они не будут так сильно пачкаться, как наши. То и наши моем. Ну да, с детьми, конечно, постоянно все это мыть надо. Но они собраны наполовину уже, смотрите, только внизу прикрутить. Я думала, они вообще разобраны. Супер, слушай. Да, отличные вообще. Нормально, да? Ура! Да, вообще классно. Хорошие прям такие.
все так сидеть будет. Вот так вот сидеть, то есть взять это, вот так вот у меня. Я это вам показал. Вот. Сейчас. Все, открою. Потом он начинает собраться. И здесь есть древешка. Слушай, отлично, прям подходит к нашему столу. У нас просто стол нормальный. Вот этот стул я не очень, стол он хороший. Конечно, одна собраться это тяжело. Ну, одному. Одному. Деревяшка. Ну, вот эта деревяшка то же самое, это почти наша. Похоже, если да. мы хотим, например, там, мы можем там тоже этот сделать. Ну, оттуда забрать, да? Оттуда забрать, да. Зачем новый сделаем? Поэтому этот мы, по-моему, попробуем этот новый делать. Сейчас собираем сюда. Это они, по-моему, все новый сделал. Потому что это я вижу, здесь эта деревяшка почистить. Да, что-то они прям совсем какие-то. Хорошо, я полынью помыла. Ну да. Я прям знала, что так и будет. Надеюсь, они положили. Надеюсь. Я тоже так думаю. А вот здесь. Так, Таня. Да. У тебя задание. Убраться тут. Сейчас я быстро это сделаю. Ну, мне кажется, знаешь что? Это лучше, чем вот это, мне кажется. Наши? Да. Ну, а что, ты их снимать будешь, что ли? Ну, то есть сам будет. Ну, если хочешь заморачиваться, снимай. Ну, да, эти какие-то такие прям, да? Да. Не очень. Как будто у нас они такие получше, полы такие грязные. Да, слушай, вот эти лучше наши. Угу. Ну, а хочешь, это... оттуда поснимай, наверное, да, эти прикрути, посмотрим. Да, да. Давай так сделаем. Я пока посижу. О, класс. Как хорошо, что я здесь не убралась. Почти все. Остался два штук. Вот старые. Это новые. И у тебя еще есть задание. Задание? Да. Еще. Нормально сделать шарики. Я про, понимаешь, это так. Устал. Давай следующее. Так, я снимаю старые этот ножки, потому что вот эти ножки нам не понравилось, правильно, Таня? Угу. Решили старые оставить. Старые осталось. Так, старые хорошо. Плюс они здесь собраны уже. А? Собраны уже удобно. Ну, это тоже есть, конечно. Не знаю, ты чего хотели, ты так, поэтому так сказать. Так. Вы этот видели, это как я собрал, конечно. Так вообще сейчас красиво видно. Я тоже так не ждал. Ну, вы видели, это я только поменял внизу
Короче, где сиденье это так наверху я поменял. Внизу это так оставил. Ну, вообще, как это мы первый купили, так это получил. Ну, я вижу, это нормально вообще. Так красиво, хорошенький. Ну, я смогу это, друзья, это вы и знаете это. Я всегда так это починю, так сделаю, туда-сюда. Это так все всегда. Я дома, теща, друзья, всем это я помогаю. Как так? Все. Давай я поверну камеру, вам тоже покажу. Вы тоже скажете что-то. И как раз я вам сказал с начала видео, это Милек день рождения сегодня. И моей дочери это будет 3 года. Я говорю, сколько у тебя лет? 3, говорит. 3, нет, уч, говорит. 3, турецкий этот. Уч. Давай я поверну камеру, покажу вам тоже. Вот так вот получил. Вообще красиво сейчас. Вот так вот они. Я профессор. Или как это? Профессор. Или что там как? Вот так вот они. Все то же самое. Я сделал вообще это. Как вам сказал этот? У нас этот был на стол. Вот это был. А стул тоже мы. Это опять новый купил. Ой. Кошка играет этот. Вот мы купили. И все. Сейчас так вообще комплект. Это получил это как почти новый-новый. Все. Так вот так получил у меня. Спасибо вам, друзья. Вам, вы посмотрели. Если вас, вам это нравилось, это видео, поставите лайк, колокольчик. Открывайте, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем я говорю пока-пока. Не забываем только подписаться на мой канал и колокольчик открывать. Если колокольчик откроете, вы будете первые увидеть видео. Пока-пока.